Продолжаем дальше хиты смотреть. Это хиты. И это в этом цвете? Да. Цвет лимонный. Постоянно такое. Постоянно есть какой-то сезонный цвет. Например, теперь на осень-зиму у нас есть такой цвет. Все-таки основное направление самой коллекции Натурана – это удобное, комфортное белье на повседневную носку. Да, для повседневной носки. Да. Если мы говорим... У вас выглядит очень достойно, тут даже не для повседневной, кружева. Да, есть и кружева, но если речь идет о хите, тогда мы покажем наши хиты. Наши хиты надо смотреть в тем... Ренату понесло в свою любимую, да, в мою любимую сторону. Она очень это любит. Кстати, ну ты... Это функциональный наш изделие. Возьми это спорт. Хиты. Хороший же спорт. Что тебе, чем тебе не нравится? Хороший спорт. Не нравится. Как продается? Пользуется ли популярностью? Спорт, да. Вообще, есть несколько моделей спорта, которые еще в свое время рекламировала Регина Хаймлих. Это чемпионка по боксу Германии, которая как бы достойно очень выступала на мировой арене. Кстати, здесь используются определенные ткани для отвода лишней влаги, скажем так. То есть они все функциональные. Понятно. И цена в розницу? Цена в розницу? Вы меня про германские или про российские цены? А можете и так, и так сказать, если владеете информацией. Я владею информацией, но мне легче говорить оптовые цены. Ну, я не знаю, насколько оптовые будут интересны. Я нашла другие хиты. Ага. Это я очень их люблю, эти модели. Ты пока про цены продумай. Потому что они без косточек, но чашечка уплотненная. Просто ее очень уважают женщины, которые любят комфорт. Вот. Гладкие. Совсем простые, гладкие. Здесь третья модель, которую тоже очень любят все, это есть... Ну, она тоже формованная, специально формованная. Mm-hmm. Представляете, вот этот хлопок отформован так, что он не изменяет свой цвет, не изменяет своих... Формовка же происходит под температурой. Да. Под температурой. Поэтому как бы очень важно, чтобы этот не материал желтеют. Не стал желтеть. Не желтеют, да? Ну да, это уже проверено годами, отработано не меняет, уже... Не меняет формы, значит, он постоянно будет так выглядеть. По ценам могу вам сказать, я еще раз затрону эти спортивные бюстгальтера, да? Значит, смотрите, в среднем цена не больше 20 евро, это вот в магазинах розницы. Германских. Германские. Ну, не надо забывать, что самая минимальная наценка в Германии составляет не менее 125%. Ого. Это вот самая минимальная цена на белье. Ну, 20 евро в российских рублях на 70 400-1500 рублей. Должна была бы быть. Должна была бы быть. Ну, на самом деле... Наверное, побольше. Таможня. Ну да, мы прибавляем где-то процентов 20. Вот, а это следующий хит. Максимум. Это есть тоже очень такая популярная модель. Она есть тоже в цвете пудель. Это мы все на Турану смотрим? Или, да, мы смотрим на Натурану. Именно на Турану. Вообще-то у нас есть и Натурана эксклюзив, да, у нас есть линия Исибель, у нас есть линия Ирис, у нас есть и линия... Так, теперь подробнее, смотрите, всего сколько линий у вас? Сейчас на данный момент те, которые работают, это 8 линий. Стоп,